Ну, линзу для чего? Для увеличения, двукратное увеличение. Для чтения обычно ей удобно. Она, да, ну, как... А лучше этого? Или как? Нет. Не лучше, или это не просто... хуже, понимаете? То есть вот у это все-таки... Свое, то есть свое, да. Да, то есть это как бы свое и свое. То есть вот это удобно дома, угу. А вот это удобно, ну, где-то с собой таскать, там, не знаю, как закладка в книжке. Читать удобно. Понял, хорошо. Просто оно дает двукратное увеличение, если вам достаточно такого, то это очень удобно. Кому-то этого недостаточно. Тогда надо, а тут уже... батарейку надо вставлять, да, потом? Так? Ну, когда-то, вот да. Вот сюда, сзади, да? Да, да, да. Когда свет кончится, надо батареечек поменять. Но здесь увеличение больше, да? Вот. Да, естественно, здесь больше. Грибы можно собирать. Да, да, да. Так. Грибы собирать, ну, это круто, Серега. Такую дайте мне, пожалуйста. А это огнево, оно в воде как? Не мокнет? Ничего? Хороший вопрос. Два металла. Пофигу. Вы ныриваете из воды и поджигаете. Ну хорошо. И на сколько, так сказать, его рабочей силы хватает? Третий раз, третий два, на десятый раз. Нечего тереть? Кстати, покажи, как оно действует. Вот этот металл не сотрете, оно будет работать. Это вы другое что-то уже показываете? Нет, я вам огниво показываю. А такое же подобное, не да? Подобно, а это, который вот я его снял. А, вы его сняли? А покажи, как оно, можешь? Так. Покажите. В полевых условиях. Не хотел, конечно. Мышиные норы найти только надо, и все. Просто защитная пленка, мне не хотелось ее снимать. Ух ты. Тихо, не надо, а то замучаемся тут. Ну да, тушить. Записывать. Да. Но это, вот, это маленькое, это, а понимаю. Вот когда она чуть-чуть, вот эта защитная пленка больше сотрешь, там вот такой вот сноп высокотемпературных искр выдается. Можно на фейерверке сэкономить на Новый год. Ну, в общем, да, где-то так. Так. 350. Пока так. Не, ну я и спрашиваю. А сколько вот это огнево стоит? 600 рублей. Угу. А эта походная пила сколько стоит? 400 рублей. 400 рублей. А толк от нее есть какой-то? Скажите, пожалуйста, вот случайно у вас 50 рублей не будет? 50. Нет, если очень сильно напряжный, я дам, просто у меня полтинник почти нет. Да сейчас для, наверное, если тоже там мелочи много, а будет там 50. Набирать. О, есть. Есть? Отлично. 4-5. Что, действительно, при любых условиях походная пила может прибыть? Объем дерева какой там? Ну, я пилил вот такие. Не, ну такие это ломать можно. Нет, что значит ломать? Ну как, положил ногой, ударил, сломал. Ну, можно, наверное. Ну, в принципе, это же не штатная пила, то есть, ну, не повседневного спроса, а это аварийный вариант. То есть, если вы попали, ну, как бы это в аварийке должно лежать, когда у вас ничего другого нет. Ну, говорю, вот я ну, пилил, конечно, вот такие сучки. Ну, такие, вот, я понял, да. Вот, то, что я делал. Может быть, боль. Ну, скажем так, все, что она может охватить. Ну, тут показывают, ну, полено, да? Да, они солидные. Еще не то показывают, да. Нет, ну, в принципе, все, что она может охватить, прям она примерно вот такой длины. То есть, вот как она вот так. Да, диаметр, охватит, да, вот этот диаметр, в принципе, но все равно еще ход должен быть, потому что, ну, так нет, не ну, подержит. Понятно, ну, и поэтому я и говорю, что вот я вот такие сучки пилил. Ну, кто-то, наверное, может что-то больше. Вот хит продаж. Как работает? Как работает? Классно, точно так же, как и вот это. То же самое огниво. Тут более современный вариант. Но там пропитывать надо, говорит. Да, естественно. Да? Ну, чудес не бывает, что-то должно гореть. Ну, там что, бензин заливать? Любую ерунду? Все, потом? Что горит, кроме керосина. Вплоть до хорошей самогонки. Все просто. Ну, как бы на свойства огнива это вообще никак не сказано. То есть искру вы получите в любом варианте. А вот чтобы горел спичка, естественно, желательно 5-6 капель горючего вещества туда иногда капать. И надо тоже тушить, да, как бы? В смысле, смазывать? Ну, почему тоже? 10-15 секунд, пример, как спичка горит. А фитилек потом как, что менять? Значит, вот для того, чтобы фитилек никогда не менять, не забывайте туда 5-6 капель горючего вещества капать. Иногда.
Ну сюда, иначе, ну я понимаю, да. Да, туда внутрь. Ну а если все-таки сотрет? Ну если он сгорит там по какой-то причине, там... в принципе, он довольно длинный, во-первых, он вот такой. Не, ну он там вытягивается как-то? Да, он вытягивает. За счет чего, где, каким образом? Ну просто за конец дергаете, вытаскиваете его. Я же говорю, вот это такой когда длинный... он торчит, а когда обгорел, что тянуть? Ну, не доводите до того, чтобы он совсем обгорел, чтобы захватить не за что было. Это все хорошая вещь, я понимаю. Оно же зависит, как говорится, сами. Экстремальная ситуация. Раз и обгорел, ты не ожидал. И все? Ну, тогда... Ну, ладно, да. Тогда выбрелка. Я понимаю. Тогда берешь... Зацепляете. Тогда берешь новые 100 рублей и покупаешь. Да, вот тут тоже выход. Так, значит, вот это, говорите, тоже, да? Да, это то же самое. Но он просто без у вас, без этого всего, без да? Без чего без этого? Ну, без заливки. Чехла, без этого, без всего. Вот, ну, вот так. Ну, в полиэтиленовом пакете. Ну, смотри, так на нем этот... Ну, это кресало. И макорябль, да? Макорябль. Не, ну, может, в принципе, любым стальным предметом. То есть, обычно это ножом делают, вообще, по-хорошему. Да, ну да, потому что другого всегда ничего. Есть нож. Ну, как бы в походе, а все-таки чего нет всегда. Ну, если нет, то вот штатный его чиркнулка вот это. Так, вы показывали вон тот, да? Да, я вам показывал вот этот большой. Ты такой, говорите, сколько? 600 рублей. А он с компасом, да, еще? Ну, да. 600, хорошо. А вот это вы сказали? 350. Это еще спасательный? Это 250. Да, 5-метровая стропа. А как? Покажите чуть-чуть. Как он там вынимает? Как? Просто закрывается. Опа, да. Так. Вот это огниво. Так. Вот кремень, ага. А вот кресало. Так. Ну, другое, ага. Получает искру. Да. Это аварийный свисток. Ну, понятно, ладно. Ну, перекрыт. А что, говорите, стропа 5-метровая? Вот это, если распустить, ага. Это 5-метровая стропа. Ага. Спас комплект. Человек выдерживает совершенно спокойно. Ну это то же самое, только здесь еще компас и часы. Ясно. Ну что, не пойму, надо взять эти объекты. Так, 600 и 350, да? 50. Да. Ну давай. Ту и другую? Смотрите, раз, два и вот это три. Хорошо. Так, 600 и 350, 950 и это 1050, да? Да, 1050. И на всю жизнь огнем обеспечено, да? Страшное дело. Зажигалка еще не нужна. Там зажигалка, да. Да, как пользоваться, так? А, да, вот правильно, нажимайте. А что, газа нет у тебя? Не-не-не-не-не-не-не. Серега, ты уж хоть... Ну что, неправильно? А, я же в камере смотрю, я не увидел. Открывается, говорите, как? Ну вот, как обычно, давайте покажу еще. Все, не спеша. Просто вот раз. А, так, все ясно. Дальше вот это, да? Ну, а дальше вниз. Да, вниз. Ну, щелкать еще. Турбо зажигал. И работает от чего, что туда лить? Газ. Ничего лить не надо. А, газ, в баллончике. Стандартный, да? Газ, да. А это что-то еще? Ну, что там еще? Открывалка, комп, этот самый, нож и, соответственно, штопор. Полный джентльменский набор. Угу. Лучший подарок другу. Ну да. На обитаемом острове. Да, ножик еще пишет. Так, отдаем куда? А, вот сюда. Вот зажигалка, нож. Пожалуйста. Зажигалка, нож, не вижу. Вот синенькая. Ага. Не, ну вот синенькая. А, все. Значит, сюда чего-то льнуть надо. Ну, лучше, проще всего, это бензин. Бензин. От зажигалок зиповских. Но меньше всего воняет, только из этих соображений. А что еще, в принципе? Все, что угодно, кроме керосина. А, керосин. Керосин не надо. Он такой, маслянистый, и поэтому нехорошо. Бензин для зажигалок. Зип. Да, лучше всего зиповский бензинчик. Так, ваша задача. Спасибо.